Салем, достар. Бул Каштанов. Менин Каштанов реакшн Арнама Кош Кельдиниздер. Сегодня у нас будет реакция на видео, которое называется «Алматы 2022». Вот и все. Так просто. Но судя по превьюшке и по... Так, немножко чекнул, да, что здесь происходит. По тайм-кодам здесь переезд, наверное, или туристический, или в связи с теми известными событиями трагическими. Но в любом случае это новое мнение человека, новый взгляд на Алматы. Для вас он привычный, для тех, кто приезжает туда, как правило, впервые, он там все новое, и тем самым это видео, собственно, и интересное, да, и мне, и вам, как смотрят на привычные для вас вещи, быт, обстановку люди, получается, с другой стороны, хоть и с соседней, да, страны, потому что это, я так понимаю, блог русскоязычного человека, но все же. Такое всегда интересно смотреть, поэтому приступаем. Коп Рахмет за то, что подписываетесь на канал. По ссылке в описании можно пройти на мой Boosty, там регулярно выходят реакции на полнометражные фильмы и сериалы, которые блокируются на YouTube по авторским правам. Последний фильм, который я посмотрел в формате реакции, это фильм «Интерстеллар». 3 часа реакция вышла, очень крутой фильм, крутая реакция получилась, всем советую. Ну а мы приступаем. Отдельный рахмет, кто досматривает видео до самого конца. Кетка. Ну, предугадал, Москва, Алматы. Это что, получается, прямой рейс есть? Я вроде искал, не было прямых рейсов. А, я с Казани смотрел, может быть, с Москвы это и есть как раз-таки. Блин, уже знакомые улочки, ё-моё, ребят. Такое ощущение, что я бывал уже в этих местах. Удивительно. У вас там дождь идет? Что там было написано? Здание построено в 1892 году по проекту французского архитектора Поля Гурде. Так, казахский, русский, английский. Все по канонам. Это как называется? Саукеле? А, ребят, это Саукеле или я ошибаюсь? Ну, по крайней мере, похоже. Блин, музыка видео немножко не подходит, конечно, под то, что мы здесь видим. Более такая энергичная. А это все-таки история. Так, я так понимаю, это украшения драгоценные, полудрагоценные, да? Это быт и утварь. Это что-то типа краеведческого музея, да? У нас так называются краеведческие музеи. Реконструкция системы водоснабжения Алматы. Так, это какой получается век у нас? 10-12 век, что ли? Ничего себе. Интересно, из чего делали эти трубы?
Клад, клад, ребят, клад. Блин, хотелось бы какие-нибудь комментарии, конечно, послушать от авторов этого видео. Седло, да? Какое-то маленькое седло, возможно, для ребенка, а может быть, кажется, что оно маленькое. Нагайка, да? Или как ее? Плетка, нагайка. Начало 20 века, да? Машинка Зингер. Медео. Так, ребята, это чему стенд посвящен? 70 казак кино. Или, киносы. Короче, это стенд, посвященный так или иначе казахскому кинематографу, да? Ребята, как в Казахстане семитысячник, да, по-моему, есть пик коммунизма, а? И не он ли, а, в Казахстане находится? Это как раз-таки плюс-минус, наверное, ему посвящен этот уголочек. Ну и вообще в целом альпинизму. Жесть, ребят, ну музыка, конечно, просто... То есть все видео, да, так будет происходить? Ну ладно, допустим. Это в Алматы зима такая, да? Самокаты прям под дождем, да? Стоят. Блин. Атмосферно и, судя по всему, вкусно. О, чай с молоком, да? Ни разу не пил чай с молоком. Хотя, вон чай, вон молоко, но как-то... Если где и пробовать впервые чай с молоком, то, наверное, только в Казахстане. Чтобы было максимально аутентично. Хотя я уже съел голову барана. Здесь, в России, сам приготовил и съел. Не дождался Казахстана. Яблоко, ну понятно. Это что такое, Медео? Нет, это еще в городе. Ну, уже в горы, да? Понятно, в горы. Атмосферно, атмосферно. Блин, шикарные белки. Крысы с пушистыми хвостами, да? Ребят, это... это даже не Медео, это Коктубе. Ребята, это в какое время суток такой туман?
Наверное, ранним утром, да, скорее всего? Коктубе. Блин, вообще такой густой туман. Ничего себе. Зима ничего не работает, да? Летом в основном вся движуха, скорее всего. О, подъемники работают. Но в такой туман на подъемнике катиться, подниматься, это только ради того, чтобы время скоротать. Блин, ребята, вот отсюда вид, да? Горы. Шикарно, ребят, шикарно. Даже в такой туман все шикарно. Беркут. А где беркутчи? Нормально, да? Комната страха, рядом сразу медпункт. Ну, как бы все логично. Все логично. Трогательный зоопарк. Или их нельзя трогать? Это же туман, да? Это же не смог? Ну, такой смог на Ингусе не бывает. Это, наверное, туман все-таки. Блин, классно покормить. Детям просто рай. Ребят, я так удивлялся всегда. Ну так. Не то чтобы прям удивлялся, но всегда вопросы были, в связи с чем памятник битлам в Алматы? Может быть, они были в Алматы, может быть, есть какая-то история, которая связана с этими, с этой группой, с этим бойс-бендом, да? Но это же битлы, по-моему, если не ошибаюсь. Что такое? Чебурек? Сорпа? Блин, а? Знают, как правильно, да? Перед употреблением бешбармака сорпу надо выпить. Ну вот и Медео, да? Жеслан. Или опять же, это не Медео. Блин, нифига себе, какой длинный путь. Долго. Это что у нас тут ускоренная съемка? Ну, в смысле, видео ускоренное. А, это Чембулак, да? То есть это выше Медео. Тема. Чембулак.
Так, это еще и выше, да, подъемник? Выше, чем Булака есть. А это куда, интересно? На самую вершину, да, просто подъемник? Ребят, там уже, наверное, движуха есть, да? Вот прямо сейчас уже, наверное, катаются. Или еще рановато. Хотя уже, блин, Новый год завтра практически. Да, красивые места стоит там побывать однозначно. В кроссовках, в кроссовках. Отчаянные ребята, я бы сказал. Блин, если меня посмотрят авторы этого видео, если это не спонтанно они выложили, а прямо пытаются что-то делать на Ютубе, ну, конечно же, нужны комментарии, музыка должна быть другая, и музыку надо убавить. Ну, это, по крайней мере, как бы я сделал, если бы подобное снимал. Нужно живое общение. 20 минут идет видео, и я думаю, мало кто будет смотреть это видео целиком. Хотя, могу ошибаться. Просто такой дружеский совет, можно сказать. Музыку тише, другую, и комментарии. Ваши эмоции, ваши ощущения. За этим и смотрят люди. Охренеть, ребята, охренеть. Блин, ну это же рисково. Или это такой ракурс, или это такая гора крутая. Сорвался. Ты, блин, вниз полетишь, тебя уже ничего не остановит. И ты вообще там, дай бог, живой останешься. По таким острым камням будешь падать. Блин, я не знаю, зимой это еще и скользко, да? Лед, снег, наум-наум, короче, блин, опасно. В кроссовках. Высота. Какая это высота? Вот этой точки. 500 метров, что ли, всего лишь? А, нет, это 15 минут до следующей высоты, но, судя по всему, здесь уже высоко. Карамурт. Карамурт. Горы. Нифига себе. Нифига себе, как они забрались. Это же получается вон там, вон внизу, это самый лагерь, вон канатная дорога, да? Самая верхняя точка, я так понимаю, Чимбулак, откуда все скатываются. Это вершина спуска, а это они куда забрались. Да, конечно, шикарно. Главное, гнезда не разорять, беркутов. Застряли, что ли? Блин, какие острые камни. Такое, типа, мы там были.
Ребята, это просто шикарно. Вон там виднеется внизу город. То есть город практически в шаговой доступности, да, таких мест. Но на машине сколько это? На автобусе 5 минут доехать? Уникальное просто местоположение города, если отталкиваться от горнолыжного курорта. Тенге. Это сколько хот-дог стоит на наши деньги? Чуть больше 100 рублей, да? Это очень дешево для такого места. В принципе, для горнолыжного курорта очень дешево. Музейчик, да, такой некий. Блин, ну тут, я так понимаю, целый день можно провести, да? С утра. Ну, не раннего, а ближе к обеду и прям до самого вечера. Нифига себе, почему остановились? И так тряхануло их неплохо. Нормально, просторно, все горит, все сверкает. Современный город, мегаполис. Классно, классно. Тибетейка, чайхана. Ребят, что по ценам? Как, дорого, дешево, а? Супер чебурек. Ребят, простите, со всем уважением, но все. Я продержался практически до конца видео, тут чуть-чуть осталось. Ребят, напишите, в каком месте вы выключили это видео. Хотя, если... Как вы это узнаете, что я прошу, если вы уже выключили мою реакцию? Со всем уважением, но тяжело смотреть, когда музыка просто фигачит. Просто фигачит, тем более такая музыка, да? Если была бы какая-то спокойная, но 20 минут в таком темпе, я не знаю, у меня сейчас сердце выскочит, наверное. Но в целом кадры, конечно, крутые, красивые. Рахмет, спасибо авторам видео. Но советы, в принципе, я дал. Не знаю, нуждаетесь ли вы в них или нет. Это ваше уже, да, дело. Прислушиваться к ним или нет. Ну, я думаю, так будет лучше прежде всего для вас, да? А потом уже для нас, как для тех, кто все это смотрит.
так. Пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по поводу моей реакции, по поводу всего здесь увиденного и той музыки, которую вы здесь услышали. Ну и моих комментариев, конечно же. А на этом все. Всем пока, удачи, до встречи.